Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в стенах красивейшего магазина Squad Board Shop. Но совсем скоро это прекратится. А знаете почему? Потому что этот магазин перестанет быть самым красивейшим, а самый красивейший и новейший магазин Squad Board Shop откроется в районе метро Таганская. И там мы будем снимать наши более крутые видео. Там будет замечательная студия со спецэффектами, пилорамой, пилоновыми шестами, безумными карликами, которые будут делать сальто-мортали, и, конечно же, двумя поющими девушками из Анголы. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, но сейчас речь не об этом. Вот, кстати, вы подумали, да, что он такое употребляет? Какие девушки из Анголы? Какие карлики? Вот если бы мы были в Англии, то, скорее всего, со времен Джека Лондона, такого великого писателя, или в Америке, нам бы сказали, что напился человек до розовых слонов. Поэтому, друзья, сегодняшний наш рассказ про мини-коллекцию бренда Имерика, которая называется «Розовый слон». Поэтому не злоупотребляйте алкоголем и не переключайте ваш YouTube-канал. Как я уже успел раскрыть вам практически все карты, эта коллекция посвящена такому вымышленному животному, как розовый слон. И впервые выражение «напиться до розовых слонов», причем оно было «напиться до сиреневых канареек и розовых слонов», как-то так, было использовано у Джека Лондона, великого писателя, который классик американской литературы, и с тех пор дошло до наших дней. Ну, понятно, что... ладно, об этом потом поговорим. Но сначала про сами по себе слепоны. Если честно, как вот в случае с другим видео про слепоны и коллаборацию Америки, безумно хорошее внимание к деталям. Но здесь еще и очень интересные материалы. Да, очень хороший замша, который здесь есть. Да, очень хорошее сцепление и вообще все очень четко по проклеенности, по всем швам. Да, здесь есть замечательный рисунок вот этого самого слона, про которого мы говорим. Лакающего алкоголь. Как говорится, ставь лайк, если у тебя в друзьях есть такой же розовый слон, или ты хотя бы хоть раз допивался до таких же розовых слонов. Но это не важно. Плюс спереди замша, сзади такая шершавая кожа, которая немножко похожа по ощущениям на кожу слона. Вот. И сам по себе вот такое вот, ну, достаточно яркое сочетание. Поэтому, если кто-то вас спросит, а что ты себе надел такие слепоны такого необычного цвета, можно смело ответить: братуха, да дело в том, что это коллекция «Розовый слон». Ну, вы знаете, да, в молодом возрасте все мы любим привирать или врать о том, как мы злоупотребляем алкоголем, и нам даже кажется, что пить – это круто. Пить на самом деле не круто, круто кататься на скейтбординге, но коллекция, посвященная плохим привычкам, она достаточно смелая и она достаточно хорошая. Поэтому пока это, перефразирую один фильм, пока это крутое дерьмо еще не запретили, приобретайте его в магазинах Squad Board Shop. Теперь о втором участнике этой мини-коллекции. Ну, давайте будем честны. Не всем и не всегда нравятся слепоны. Кому-то нравится и более классический силуэт и кет, и они как раз представляют вторую часть этой мини-коллекции. Кроссовую коробку у нас достаточно стандартная, зеленая, с логотипами Имерика, которая ничего не предвещает вроде бы такого розового, но внутри у нас спрятался целый розовый слон. Тут, кстати, тоже можно вспоминать всякие «слона-то я и не приметил», «купи слона» и тому подобное, но модель Вино тоже из очень приятной розовой замши, из очень, со всем вниманием к деталям сделаны кроссовки. Я вот смотрю, правда, очень хорошо сделаны, обработаны швы, очень хорошо все проклеено, очень все лаконично, ну, в общем, все, как я люблю. И, конечно же, рисунок вот такой вот розового слона. Плюс, специально, друзья, не стали показывать, но в коллекции есть еще и очень клевая белая футболка с розовым слоном, но чтобы ее увидеть, нужно совершить небольшой интерактив. Зайти на сайт Сквота и найти эту футболку. Кто ее там найдет, он увидит, какая она красивая. А на этом, наверное, все. Еще раз хочу вам сказать, друзья, что катайтесь на скейтбординге, не злоупотребляйте какими-то не самыми полезными вещами. И, конечно же, заходите в магазины Squad Board Shop и обязательно заходите в новый магазин Squad Board Shop, который совсем скоро откроется на Таганке, и с которого, я почти уверен, мы будем
чуть ли не каждый день выкладывать новые видео, если, конечно же, карлики не заболеют, а девушки из Анголы не объявят забастовку Angolan Lives Matter.